Начало второго в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». Я, Анна Лапшина, приветствую наших слушателей и нашего гостя Андрея Шпорта, директора холдинга «Медиа-9» и директора телеканала «РБК Пермь». Хоть он и входит в холдинг «Медиа-9», но я отдельно все-таки его назову, потому что важно, важен тот факт, что наш гость живет на два города, в Кирове и в Перми, два соседних региона, и у нас будет возможность сразу по нескольким темам провести сравнительный анализ, а как у них. Надеюсь, будет не безинтересно. Я напоминаю, что нас можно не только слышать, но и видеть. На нашем сайте echokirova.ru идет прямая трансляция эфира. Там же можно задавать вопросы нашему гостю через форму анонсов. И вопросы же можно присылать мне посредством СМС на номер 8-909-720-1010. Будем зачитывать. Ну что, Андрей, приступим, наверное, да? Добрый день, да. Давайте все-таки сначала с таких общих тем, а потом, безусловно, еще затронем темы профессиональные, связанные со СМИ и вашей непосредственной деятельностью. Ну, если успеем, без проблем. Я думаю, что обязательно успеем, время оставим на это. Итак, предвыборные кампании в Кировской области и в Пермском крае. Ну, давайте сначала с Кировской области начнем. Как вам кажется вообще, а она есть? Ну, собственно, в области наружной рекламы, если мы говорим про некое информирование, то она есть, а исполняющий обязанности губернатора господин Васильев, ну, то есть там, я его вижу очень много в, да, в городской среде именно. Вижу агитационные материалы в виде газет у себя в почтовом ящике дома. Их очень много. Разные силы политические? Нет, я вижу пока только одного кандидата. Так. А, поэтому, на мой взгляд, ну, скажем так, конкуренции пока на данный момент нет. А вот газета «Ведомости» с вами не согласна. Она публиковала большой достаточно материал со ссылкой на близкий к Кремлю, на близкий к Кремлю экспертный институт социальных исследований. И вот газеты «Ведомости» и эксперты утверждают, что выборы в Кировской области одни из самых конкурентных. Вот по тем 11 регионам, где предстоит выбирать глав. Я понимаю, да, о чем вы говорите. Да. Я помню, последние конкурентные выборы для меня были, как для избирателя, например, это 2004 год. Это когда за кресло губернатора боролись господин Шаклейн, господин Воленичук и, если не ошибаюсь, господин Бриллинг. Угу. Бриллинга, по-моему, сняли тогда. Да, но его сняли, но прямо был... прям чуть перед вторым туром, по-моему. Угу. И там как раз был второй тур, и там было там такое жесткое рубилово. На территории города Кирова было огромное количество агитационных материалов, и там кандидаты прямо вот бились не на жизнь, а на смерть. Сейчас, за последние лет 10, я не припомню ни одной сколь-либо острой предвыборной кампании, в принципе, которая бы там носила какую-то явно выраженную там борьбу. А это хорошо или плохо, на ваш взгляд? На мой взгляд, это плохо. Если нет борьбы, то и нет развития. Когда оппонента нет, когда нету соперничества, то ты выигрываешь и не чувствуешь эту победу на самом деле. Угу. Ну, вот, что ты выиграл? У кого выиграл? Ну, там 5 кандидатов еще зарегистрировано, помимо нашего господина Васильева, да? А, там кто? Четверо. Один снялся. Да. Прошу прощения. Поэтому нет, я считаю, что отсутствие борьбы — это очень плохо. Показательный пример Екатеринбурга, где, например, там сняли очень сильного оппонента. Но его не снимали, его не зарегистрировали. Скажем так, он не прошел муниципальный фильтр. Странно, да, глава города Екатеринбург не смог пройти муниципальный фильтр и не смог стать кандидатом в губернатора Свердловской области. То есть это довольно странная ситуация, парадоксальная. Поэтому тот же муниципальный фильтр, он довольно жестко отсеивает сейчас кандидатов. Фактически, если мы говорим там о выборной ситуации, то самое интересное должно, по идее, ну, для горожан быть, это не выборы там, главы региона, а выборы депутатов городской думы. Потому что тот самый пресловутый фильтр муниципальный, это как раз это город и районы. И вот если, например, там условная оппозиция хочет как-то какого-то сильного кандидата противопоставлять, например, вообще в целом выводить его на избирательный рынок, то для начала необходимо, наверное, все-таки выигрывать в муниципалитетах. А там, мягко говоря, такое же болотце. Сейчас вообще там никакой движения нет. А вы анализировали, да, списки кандидатов в депутаты городской думы Кировской? Ну, посмотрели. Когда я был студентом, я принимал активное участие в работе, прошу прощения, штабов. Угу. И
Ну, я примерно представляю, что это такое, там, в 2004-2007 году выборы, например, там, в Гордуму. Это ножками надо ходить по дворам, это надо встречаться с избирателем, это надо биться за каждый подъезд, за каждый голос. Это кропотливейшая, серьезнейшая работа. И вот я пока ее не видел ни разу за последние там лет 5, чтобы кто-то это проделал. Ну, как раньше было хорошо, да? Приходит один кандидат, лавочку поставит, приходит другой кандидат, подъезд покрасит. Да, и главное, представляете, насколько это удобно для жителей конкретного подъезда. Это очень удобно, но мне кажется, это сейчас может расцениваться исключительно как подкуп избирателя. Может быть, поэтому отказались от этих технологий? Ну, я бы не сказал, что совсем отказались. Сейчас вот, например, Единая Россия позиционирует федеральную программу ремонта, там, реконструкции дворов. Формирование комфортной городской среды. Как некую свою программу. Ну, на самом деле, наверное, они имеют право на это, потому что все-таки это партия власти, они имеют большинство в парламенте, президент так или иначе поддерживает, премьер-министр у нас является, скажем так, руководителем данной партии. И, ну, там, Единая Россия заявляет, что это их программа. Да, наверное, это их программа в какой-то мере. Но все-таки исполнительные власти. Но деньги-то бюджетные. Деньги. Да, бюджетные деньги, согласен. А денег государственных, как говорила... Не бывает. По-моему, Тэтчер говорила. Да, не бывает. Не бывает денег государственных, есть деньги налогоплательщиков. Хорошо, еще немножко про выбор губернатора поговорим. Хотелось бы сопоставить все-таки ситуацию в Кирове, где вы говорите, да, и в Кировской области. Пока только один кандидат ярко там. Я пока вижу только для себя одного, да. Вот, и ситуацию в Перми. В Перми же тоже выборы главы региона 10 сентября. По-моему, 7 кандидатов. Так же в Рио у вас, да? Так же, как у нас? Да, ну, если бы я, например, был зарегистрирован по Перми, я бы голосовал сейчас за господина Решетникова. Угу. Это вот как раз в Рио. Очень интересный кандидат. Мне он импонирует. Мы, ну, ним... молодой. Он, можно сказать, наш ровесник, да? Да. У меня была с ним там публичная дискуссия на одной из площадок. Мне очень понравилось, как мы с ним коммуницировали. Угу. Ну, а вообще, вот, ну, с точки зрения рекламы, наружки, там, борьбы ее, какой-то... Ее меньше. Меньше, чем в Кирове? Да, меньше, чем в Кирове. Ну, то есть, ну, скажем так, там некая, прошу прощения, иная политика все-таки у города с точки зрения размещения объектов наружной рекламы. Центр, во-первых, освобожден полностью от засилия крупных форматов. Как интересно. То есть, там билбордов в Перми в центре нет? Ну, скажем так, формата 3x6. Там нет. Там есть большие форматы на, скажем, ну, на стены, на крышные конструкции, но там тоже не присутствует такого засилья политической рекламы. Там очень много коммерческого продукта, который размещается, это стимулирование спроса потребителей. Хорошо, а как же себя кандидаты продвигают? В центре только малые форматы. Там я видел и господина Решетникова, и его конкурентов. А много их там представлено? То есть вот в Кирове их почти не видно, а в Перми? Но там есть. Там есть, там присутствует ряд лиц, у которых есть бюджет на проведение кампании, и которых поддерживают местные элиты в том числе. Угу. Хотя Решетников далеко как бы не посторонний человек для Перми, это все-таки пермяк. И раньше он работал там в администрации господина Черкунова, который был губернатором до Пермского края. До нынешнего. Угу. До нынешнего. Нет, Черкунов. Еще. После него был еще один. Все. Угу. Вот, а, собственно, есть политическое поле, оно, так, конечно же, тоже притушено достаточно сильно, опять же, пресловутым муниципальным фильтром, опять же, отсутствие ярко выраженных там оппозиционных действий. Если они присутствуют, то внутри, опять же, той же партии власти. То есть там есть такие же силы влияния разные, которые также сосредоточены в одном лице, в Единой России, там, и они пытаются также растягивать зоны влияния между друг другом. Угу. Андрей, еще вот один вопрос, прежде чем мы уйдем на перерыв. Скажите, пожалуйста, а как вам кажется, почему вот так происходит? Ну, вот так вот вялотекуще все. У нас некоторые эксперты в студии, вот, кто приходит, предполагают, что в принципе, по Кировской области, по крайней мере, все предрешено. И особого желания бороться вот так, не на жизнь, а на смерть биться, никто из оппозиционных кандидатов не испытывает. Они, конечно, должны засветиться, они должны себя показать, они какой-то процент должны набрать. Может быть, как раз заделан на предстоящие какие-то, да, политические вот такие баталии. А изначально отсутствие какой-либо там политической культуры в обществе, в элитах как таковой привело к тому, что у нас очень инертно относится к такому институту, как выборы. И воспринимает их, по большому счету, ну, как некое посредственное действие, нисколько не предполагая, что, например, от воли заявления граждан что-то зависит.
видимо, поэтому. Это мое личное мнение. Я считаю, что... Ну, ну вот есть же Екатеринбург, хороший пример. Да. Выбрали же мэра. Там получили протестное голосование, в том числе там получили очень сильного кандидата от оппозиции, который их выиграл эти выборы. Но если посмотреть в целом по стране, то сколько таких кандидатов прошло, там по пальцам пересчитать можно одной руке, наверное. А кто прошел, тех сняли, как Шершин, например, да? В том числе, да. Поэтому мы видим, ну, скажем так, партия власти активно борется за то, чтобы быть партией власти. А оппозиция на текущий момент не предпринимает абсолютно никаких действий, чтобы быть оппозицией, к сожалению. Отсюда и такая инертность на политическом поле. Можем прогнозировать на ближайшие 5 лет, будет хуже или лучше? Слушайте, мы можем вполне увидеть какое-то достаточно протестное голосование в том числе, но... когда нет возможности получить обществу громад вот в виде некой альтернативной точки зрения, реально представленной и работающей, общество может в какой-то момент времени закипеть, а власть это может не увидеть. А на крышечке нет клапана, да? Да. Ну, слушайте, вот, например, на примере Британии, которую мы уже здесь упомянули, там британский парламент, есть оппозиция в британском парламенте, есть теневой кабинет, то есть альтернативный кабинет в парламенте Британии, который формирует оппозиционные партии. И более того, правительство финансирует оппозицию, потому что без оппозиции невозможно как такового диалога в обществе в принципе. Ну, британские традиции политические, они, конечно, значительно больше опытом, да, и развитие вот по годам имеет, столетиями там у них это все формировалось. Да. У нас, к сожалению, ломалась немножко система, возможно, там лет через 150 в России тоже все будет хорошо. Я бы не был пессимистичен, но... Ну, хорошо, через 50. Надеюсь. Хорошо. Сделаем небольшую паузу, через минуту вернемся. Напоминаю, слушаем особое мнение Андрея Шпорта, директора холдинга «Медиа-9». Программа «Особое мнение» продолжается. Напоминаю, что у нас в гостях Андрей Шпорт, директор холдинга «Медиа-9» и телеканала РБК «Пермь». Все-таки я буду по-прежнему упоминать в том числе вашу принадлежность к соседнему с нами региону. Почему? Вы уже затронули в предыдущей нашей части программу формирования комфортной городской среды. Немножко мы об этом поговорили. 1 августа на дворе, последний месяц лета. Да. Традиционно сезонные летние работы, ремонт дорог, благоустройство, прочее, прочее, прочее. Можем сопоставить Киров и Пермь. В Кирове работы начались. Мы в этом году получили деньги из федерального центра. Я напомню, 1 000 000 000 рублей на дороги город Киров получил. Ну, там еще немножко Чепецкой, немножко Слободской. И на благоустройство дворов, как раз вот по программе, которую «Единая Россия» позиционирует как свою, да, мы получили, по-моему, около 200 миллионов рублей. Вы, когда из Перми в Киров приезжаете, вы видите, что в этом году наш регион получил большие средства? Ну, что такое 220 миллионов для нашего города? Я думаю, это капля в море. Это первый момент. Второй момент – это вопрос подхода. То есть, может, и миллиарда не хватить. Может и двух не хватить. Это вопрос, как делать, как к этому вопросу подходить. Вот год назад, примерно, я был у вас в эфире, мы тоже говорили там про Пермь, про Киров, сравнивали эти истории. Я приводил очень простой пример. Разметка на улице Ленина. Вот я живу, например, напротив торгового центра «Максимум». У меня дом там на углу с Пролетарской. И вот там рисуют двойную сплошную. Вот как подходит к вопросу городской среды, и вообще, насколько удобна эта среда для жителей города Кирова? Нарисовали двойную сплошную, сделали разрыв разметки у госучреждения и еще одного коммерческого учреждения, чтобы можно было повернуть водителю. А у жилых домов этот разрыв не сделан был год назад. В этом году абсолютно такая же ситуация. То есть, фактически, я не думаю, что у нас городская среда, как таковая сейчас, она комфортная и дружелюбная для жителей. Она скорее похожа на среду, где надо выживать. Да, видно, что начали ремонтировать тротуары, да, что-то подмели, что-то убрали, где-то травку постригли. Но в целом комплексного подхода, конечно же, нет. Это скорее, ну, знаете, тушить пожар, когда ты уже весь в огне. У нас огромное, колоссальное количество проблем инфраструктурных, логистических в городе. И нету вот единого, правильного план развития, который бы подразумевал, как эти деньги должны осваиваться, какой-то понятный прозрачный механизм, который бы позволял бы оценить эффективность освоения денежных средств, вот тоже не существует. Очень много, скажем так, вопросов даже сейчас по выбору этих дворов, которые должны, скажем так, реставрироваться, ремонтироваться, кто их выбирал, как они там оказались. Не совсем прозрачная была система выбора, насколько я помню. Там
небольшая паранойя. Давайте наложим эти дворы на карту, например, кандидатов от «Единой России» по городу. Избирательных участков, да? Да. И посмотрим, насколько они совпадут. Я не накладывал, но мне просто любопытно посмотреть. Да, надо проанализировать. Скажите, пожалуйста, а вот ремонт дорог? Ремонт дорог, разметка. Я езжу на машине каждый день. Так, я могу сказать вам так. Дороги нет. А где это вы ездите? Где дороги нет? Слушайте, ну вот у меня есть, опять же, пример моего дома. Там вот от Пролетарской до Милицейской, улица Казанская, находится в состоянии начального формирования большого каньона, который находится в Соединенных Штатах. Потому что там посреди дороги рытвина такая, сделана из гравия глубиной полметра. И там активно идет строительство. На мои вопросы, а что, собственно, происходит? Там администрация иногда, я пересекаюсь с чиновниками, почему здесь не ремонтируют уже очень-очень давно, там, на моей памяти, там, ремонта вообще ни разу не было. Угу. А там, говорят, домов этих жилых не должно было быть, поэтому вот там ничего не сделать. У вас нет на карте? Да, там нет на карте, наверное, у нас. А при этом вот дом заложили в том году, почти достроили в этом, то есть по-прежнему там не должно ничего быть, но там уже строят во все. И так везде. Дорог нет в городе. Ну, починили, залатали сейчас Воровского. Угу. Наконец-то. Позор был, когда в администрации города огромные ямы там, и люди колеса пробивают. Но дальше-то что? У нас помимо Воровского еще огромное количество улиц, которые необходимо приводить в порядок. Милицейская, Кирпичная. Много даже вроде бы второстепенных улиц, но по которым тоже большой поток транспорта. Ну, да? Там есть вопросы, как клали этот асфальт замечательный. Улица Труда. Вот едешь по улице Труда, там от Карла Маркса в сторону Ленина. Едешь через перекресток. Перекресток не сделан. Почему? Потому что, оказывается, эту дорогу будут заложить в следующем году. Эта дорога уже не Труда, например, а улица Володарского. И ты думаешь, ну, интересна логика у строителей, какая логика была у принимающей стороны города Кирова, как они подходили к вопросу приемки. Ну, это не первый человек, который жалуется в нашей студии на непонимание совершенно. Я скорее констатирую факт, дорог нет. То есть то, что размазали асфальт свежий, еще непонятно какого качества по ямам, это не означает, что в следующем году мы эти ямы снова не увидим. Потому что я видел неоднократно, когда отремонтированная какая-то, приведенная в порядок дорога там за лето, на следующее лето становилась непригодной для езды. Ну, такая дорога не одна в нашем городе, я думаю. Да. Поэтому, миллиард — это круто. Хорошо, а в Перми как происходит? В Перми более грамотно выстроена система? Я прошу прощения, в Перми не заметил проблем с дорогами вообще. То есть по сравнению с городом Кировом, проблем в самом городе Перми нет. Вы знаете, Андрей, вот я прям даже не знаю, я растерян, потому что я наблюдала проблемы с дорогами, в том числе в Москве. Ну, я наблюдал, можно назвать проблемой то, что мы видим в Москве, например, или в Перми, там небольшая ямка или неровность. Но если мы посмотрим с точки зрения там, процентного соотношения на общую картину, там, массу дорог в городе Кирове и вот это количество ям, рытвин, непонятных образований на асфальте у нас, и сравним такой же процентный показатель, например, там, в Пермь-Москва, то, я вас уверяю, там будут абсолютно там, колоссальные цифры, которые показывают будут разрыв между нами и ими. Понятно. Еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а в Перми ремонт дорог, но все равно же он должен вестись какой-то, да, поддерживающийся? Регулярно. Он начинается так же, как у нас? То есть там где-то вот дай бог, если в мае. Весной, почему? Прошу прощения, уже... В апреле. В апреле, если снег уже сошел, если погодные условия позволяют, они начинают ремонт. Я неоднократно... Ну, вот я этим летом ехал, заезжал на машине в Пермь, еду по абсолютно, нормальные дороги, она до этого была нормальной. Вижу, сняли вот слой асфальта и будут класть новый. Хотя, на мой взгляд, дорога была в очень хорошем состоянии. То есть ее не надо ремонтировать, но они ее ремонтируют. Там, видимо, трещинки какие-то пошли, еще что-то. Они вот планово решили отремонтировать этот участок. Не доводят до критического состояния. Нет, пожарного? Нет, там пожарного состояния я пока не видел. Но она есть местами. 100% можем найти везде проблемы. Но... центр города Перми, я вас уверяю, это там образцово-показательная история по отношению к Кирову. Я так думаю, что кировчанам, наверное, да, вот у кого есть возможность, надо собраться и съездить. Просто, чтобы понимать, да, как может выглядеть российский город
областной центр, ну, краевой центр, хорошо, да, соседние с нами. С бюджетами, повторюсь, пускай в два раза больше, чем в Кирове, но и население там живет в два раза больше. Ну, и площадь города тоже не маленькая, да, в сравнении с Кировом, конечно же, да, потому что Пермь достаточно большой мегаполис еще с советских времен, насколько я помню. Хорошо, Андрей, еще одна тема, которую хотелось бы тоже там сопоставить Киров-Пермь, это поддержка, там, я не знаю, или не поддержка спортивных клубов. У нас здесь, как вы обратили, наверное, внимание, последний там месяц примерно, да, тяжелая достаточно ситуация. Сначала Родина, непонятная история с Чепецкой Олимпией. Ну, теперь вот Динамо, да, вот 10 дней назад примерно вылетело, сказали, да? Вылетело Динамо из профессиональной футбольной лиги и будет играть теперь в любительском дивизионе. Но разные мнения. Не судьба. Ну, вот это грустно, конечно, да, разные мнения. Нужно поддерживать профессиональные команды, не нужно поддерживать. В том числе эксперты говорят, да, что, ребята, извините, профессиональный спорт должен зарабатывать сам, либо должен искать спонсоров. Но я не готов комментировать полностью эту тему ввиду отсутствия, ну, скажем так, экспертизы по этому вопросу какой-либо. Я не погружался. Знаю только, что, например, в разрезе города Перми там есть и федеральный спортивный клуб баскетбольный «Парма», и есть футбольный клуб, который выступает в высшей российской футбольной лиге. И все это говорит о том, что, ну, в принципе, так или иначе, спорт в Перми поддерживается. Есть большой спортивный дворец. Это на уровне бюджета поддерживается или все-таки как-то вот, ну, спонсорские деньги в основном? Ну, я видел больших спонсоров у команд. Это крупные компании, федеральные компании. Игроки получают хорошую, достойную зарплату, но они выкладываются, стараются. Хорошо, Андрей, ну вот сейчас даже вот, ну, не профильное мнение такое, не экспертное, может быть, личное мнение. Если у города есть возможность найти спонсоров, там, да, подключить крупный бизнес к содержанию какого-то клуба, отлично, окей, содержит. Если у города нет такой возможности, ну вот ходили с шапкой, искали, да. Ну, кто-то помог. Вот Т-плюс компания помогла, там, Кировской Родине, да, недавно. С учетом бюджетов, которые требуются на зарплату в Родине, я думаю, что это капля в море. А нужно тогда, может быть, все-таки вот раз, и все, и до свидания, и попрощаться со всеми? Ну, вообще, нужны профессиональные клубы городу? Областному центру нужны профессиональные клубы? Да, нужны, но если мы понимаем, что... что если мы не способны детский спорт, например, там, выстроить... какую-то систему привести, если мы не дофинансируем регулярно, например, там детские секции, если у нас, если мы говорим о футболе, а футбол играет, ну сколько у нас полей, которые там пригодны для хороших игр, для детских, там я видел только, например, там пару полей всего на весь город. Если у нас только две хоккейных площадки крытых, одна в Чепецке, другая в Кирове, это «Союз». Ну, наверное, может быть, лучше отпустить, сказать, ребят, ну, не смогли, давайте лучше это финансирование отправим, например, там, на развитие детского спорта. Угу. А на кого же дети будут равняться? На москвичей? На пермяков? Простите. Они будут равняться на спорт, на то, чем хотят заниматься. Если ребенок хочет играть в футбол, то, пожалуйста, но... Вы же папа многодетный, да? Да, и, ну, и например, я, ну как? Куда? В какие секции? Прошу прощения, пока перспектива – это футбол, угу. И перспектива – это скалолазание. Это в Кирове вы занимаетесь или в Перми? Мы только пойдем, потому что, например, там старший пока абсолютно, ну, скажем так, приверженец, скажем так, новых течений. То есть ему больше подходит рампа и там спортивный самокат, ролики. Там средний сын сейчас еще пока не в том возрасте, чтобы посещать секции, ему только 4 стукнуло, а потом все еще пойдет. А младший пока еще только ходить научился, да. Но если мы говорим про современные виды спорта, то, ну, тоже их нету. Они отсутствуют. Молодежь в той же Перми, там есть шикарный скейт-парк открытый. Там вечером приезжаешь, одно удовольствие находиться. И этим нечем заняться. И сам ходишь, смотришь, как ребята трюки крутят и учатся каким-то новым финтам. А в Кирове пока я видел только две площадки. Одна у филармонии. Она в очень плохом состоянии находится. И вот недавно строили в парке Кирова. Но опять же, это все фанера, это недолговечно. Все это на уровне таком больше любительском, да, чем профессиональном? Оно всегда все любительское. Весь профессиональный спорт вытекает из любительского. Вот любительский спорт надо поддерживать. Оттуда пойдет и инициатива.
Хорошо, со спортивными командами, наверное, завершимся и сделаем небольшую рекламную паузу. Андрей Шпор, директор холдинга «Медиа 9» у нас в гостях. Всем доброго дня еще раз. Напоминаю, что сегодня мы слушаем особое мнение Андрея Шпорта, директора холдинга «Медиа 9». Ну и сейчас пришло время поговорить о планах холдинга «Медиа 9». СТС 9 канал, телеканал «Девятка ТВ». Вообще, ну, давайте сразу вот слушателям нашим тоже объясним разницу между ними, потому что «Девятка» и «Девятка». СТС 9 канал – это эфирный аналоговый канал, как партнер СТС в городе Кирове. Угу. Мы вещаем в кабельных сетях, мы вещаем в эфире. Мы работаем по старой классической телевизионной системе локальных сетевых партнеров, которая была еще там введена в начале нулевых годов. «Девятка ТВ» — это кабельный канал, это общедоступный обязательный канал для всех кабельных операторов. У него закреплена жесткая кнопка номер 21. Чтобы понимали, первые 20 кнопок — это первый и второй мультиплекс. Это федеральные каналы. Это федеральные каналы, да. Пока в городе Кирове эти федеральные каналы еще не начали вещать, кабель, я имею в виду, эфир пока не приведен в порядок, но он будет приведен, и там традиционно там любимые каналы, там, а-ля там 13-й, это СТС наш замечательный, он станет федеральным в кабеле, без всяких местных, локальных новостей, программ, только реклама останется. То есть в кабельной трансляции, вкраплений... Со временем, да, это все уйдет. 9-го канала не будет. Да, уйдет вкрапление, например, там ТНТ-43 регион станет просто ТНТ на 19-й кнопке, РЕН-ТВ, там партнер Гранд-ТВ, соответственно, Гранд-ТВ с новостями тоже уйдут, останется просто РЕН федеральный. Собственно, вот что ждет, например, там, кировчан в ближайшей какой-то перспективе. «Девятка ТВ» в этом плане — это как раз это самая альтернатива, то есть местные новости, местный контент будет на «Девятке ТВ» на 21-й кнопке. Туда уйдут давеча, туда уйдет весь блок, который мы производим. Программный, ну, да? Программный, да. И плюс, ну, там, мы сейчас на «Девятку ТВ» готовим перезапуск полностью сезона, то есть мы с осени запускаем новые циклы программ. Мы готовим масштабные прямоэфирные вещи, там, начиная с прайма, это с 19.00. То есть у нас там будет очень такой серьезный блок продуктов, которые мы, во-первых, новые абсолютно, которые мы раньше не делали для Кирова, а во-вторых, это будут проверенные там наши истории, там мистика «Вятки», это «Удиви повара» второй сезон, ну, и еще ряд продуктов, которые есть. Ну, слушайте, телевизионная кухня — это всегда очень интересно. Скажите, то есть информационная линейка будет вечерняя? Нет, информационная линейка — это круглосуточное вещание, все-таки мы обязаны. Большие программы. Вечерние, утренние шоу. Утренние эфиры мы сейчас тоже в разработке, но у нас пока в демо-разработке, мы пока плохо понимаем, будем ли мы его делать или нет, или все-таки уйдем на повторы и на покупной контент. Дневной будет эфир отдельно сделан, ну и вечер. Андрей, я даже не знаю, все-таки производство телеконтента — это такая достаточно затратная история. Очень затратная. Очень затратная. Как вы выруливаете в Кирове? Вот у меня есть ощущение, что в Кирове совсем все тяжело. Киров уникальный город, говорят все наши коллеги из других регионов, Пермь в том числе, потому что никто не понимает, как в Кирове такое количество медиаресурсов вообще, в принципе, существует для города полумиллионника, совсем с небольшими там бюджетами и совсем там отсутствие крупных игроков на рынке, которые там готовы оплачивать эту рекламу. Киров в этом плане уникален. Мы научились работать с рынком малого, среднего бизнеса и микробизнеса, в том числе и ваша радиостанция. И вот за счет этого, наверное, мы и выживаем. То есть мы менее подвержены вот этим кризисным явлениям. То есть если кризис случился, да, плохо, у нас бюджет сокращается, но мы не зависим от одного-двух клиентов, мы зависим от сотни клиентов, и нам легче. Всегда есть кто-то, да, кому захочется о себе рассказать. Ну и первичен, конечно, контент. Если ты делаешь скучный, неинтересный продукт, то его смотреть никто не будет. И, естественно, там система монетизации любого средства массовой информации, если это не государственные СМИ, как ГТРК, например, это реклама. Ну, то есть, если нас не смотрят, не слушают, соответственно, мы не зарабатываем денег на рекламу. Ну вот смотрите, у нас сейчас просто дневной разворот завершился час назад. Вот буквально обсуждали представители бизнеса в студии очередные изменения в налоговом законодательстве, отмену льгот на движимое имущество. Да? Говорят, что вот, собственно, если это произойдет, бизнес потеряет. И, ну, мы все понимаем, в кризис обычно режутся такие... Косты, всевозможные. Обычно режутся те расходы, которые можно зарезать еще, да, в том числе вот рекламные расходы. Ну,
Нельзя зарезать полностью рекламные расходы, потому что стимулировать потребителя, информировать его о том, о чем о новом товаре, услуге, об акциях все равно придется. Единственное, что да, будут сокращения бюджетов, в том числе, опять же, вообще, в принципе, рынок региональной рекламы в России, я не говорю про Киров, вообще про всю Россию, он переживает такой очень такой сильный переломный момент. Сокращаются бюджеты, хоть, в принципе, весь рынок, например, телевизионная реклама, он растет, радийная реклама, рынок тоже вырос на 6% в прошлом году. Но в целом регионы тухнут. Тухнут, потому что малый и средний бизнес, микробизнес, он чувствует себя все хуже и хуже. Это факт. Там, то есть все меньше и меньше может себе позволить какие-то дополнительные расходы нести, да? Да, в том числе, потому что там вопрос это выживание. Поэтому мы говорим о том, что рынки сокращаются и перераспределяются в сторону более эффективных каналов. Угу. Вот. Понятно. То есть игроков вы прогнозируете будет меньше. Ну, с течением времени. Скажем так, коллеги говорят, например, сейчас вот мы уйдем из кабеля и будем делать собственные каналы, собственного программирования. Я прекрасно знаю, что это такое, сколько это нужно денег. Но эфирное вещание не дешевое совершенно. Да. Поэтому я точно знаю, что, например, большая часть каналов отпадет, уйдет с рынка. А в Перми, вот вы говорите, в Перми говорят, Киров уникальный город, и в Перми как с этим? Перми тоже бизнес, уникальный. Наверное, чувствует себя получше, чем в Кирове. В Перми очень много крупного бизнеса, который, ну, если заинтересован в продвижении, то там очень большое количество пиар-бюджетов. Угу. Там прямое размещение рекламы, да, присутствует, там большое количество агентств работает, в том числе федеральных. Рекламный рынок поживее, он больше, потому что это Пермь сам по себе больше. Но вот, опять же, я повторюсь, региональные площадки в любом случае чувствуют давление, они сужаются, в том числе и в Перми. Грустно, конечно, потому что отсутствие денег – это отсутствие развития. По большому счету, это для любой руководитель любого СМИ, мне кажется, понимает, да, потому что в том числе нет возможности отправить, например, сотрудников на обучение куда-то, да, интересно и хорошее. Вот я еду сейчас на форум в Грозный, да. Там собираются все руководители 21-х кнопок по стране, ну, максимально собираемся. Будем обсуждать как раз планы по развитию, обмену контентом, потому что, ну, все-таки 24 часа в сутки сделать собственного вещания, это очень сложно. Мы будем, наверное, искать какие-то формы взаимодействия, сотрудничества, когда мы будем передавать что-то друг другу. Какое интересное место выбрали для проведения вашего образовательного мероприятия. Я так понимаю, хотят вам продемонстрировать, да? Вот как город из руин поднялся. Ну, там будут показаны успехи местного ГТРК, но я очень скептически отношусь к успехам ГТРК, потому что это успехи за счет налогоплательщика. Мы с вами оплатили ГТРК, мы оплатили для ГТРК студии, камеры, зарплаты персонала. Это все как бы деньги налогоплательщиков. И по идее на ГТРК не должно быть рекламы. Ну, то есть на России один, на России два и вообще всех продуктах, которые выпускает государственное телевидение, рекламы не должно быть, потому что это же все-таки государственное телевидение. Это вы хитро сейчас придумали. Это вы конкурента просто с рынка хотите, да? Подвинуть. Я считаю, что только так, по-другому не получится. Либо давайте вводить налог для граждан Российской Федерации, который там будет добровольный. Сколько вы готовы налог отдать? Налог на телевизор? Да, налог на телевизор, как в Британии. Но хотите, это там общественное платить? Телевидение. Ну да, там общественное. Ну, условно общественное. Тоже, опять же, там всегда есть много но. Но в данной ситуации, вот, например, там красивые, шикарные студии. У многих сейчас государственных телеканалов там ребрендинг идет, переоформление технической базы. Я на все это смотрю и удивляюсь, прям, ну, чему ребята радуются. Вы попробуйте в условиях рынка без государственных денег сделать то же самое. Я думаю, очень сложно будет. Да, бизнес – это не государственные деньги, которые, да, как совсем известно, деньги налогоплательщиков. Понятно. Хорошо, Андрей, у нас остается буквально полторы минуты, и все-таки, наверное, я задам этот вопрос. Следите ли вы за тем, какие ограничения в медиа-среде и в интернет-среде вводятся в России, и что думаете по этому поводу? Буквально вот последние новости, да, запрет анонимности мессенджеров, вот, и запрет анонимайзеров сайтов, которые позволяют заходить на запрещенные ресурсы. Это на самом деле такие игры детские абсолютно. Тор вам в помощь. Если вы хотите по-прежнему быть анонимным, ставьте браузер Тор. Если вы хотите пользоваться VPN, заходите на VPN, который иностранный, который не включен, например, в список там Роскомнадзора.
переходите по этому VPN иностранному снова на какой-либо VPN, и заходите прекрасно, как уже голландец с IP там, голландским или немецким, на те самые запрещенные сайты Роскомнадзора. Да, сейчас Роскомнадзор у нас слушает и думает, ах, они какие. Физлицам это все не запрещено. Пожалуйста, работайте. Хорошо, а тогда такой вопрос. Ну, если это бесполезно, в общем-то, там, да, и люди, которые этим уже пользовались, они понимают, как этим пользоваться и дальше, зачем тогда принимать? Роскомнадзор перестал следить за этим реестром блогеров-тысячников. Сегодня новость вышла. Так. Ну. Не нужно это? Ну, не смогли, видимо, они отследить эффективно это. Или не нужно это. Понимаете, некоторые запретительные меры, они избыточны. Это слишком высокий уровень регулирования, он же не всегда хорошо работает. И его иногда очень сложно исполнить. Вот закон Яровой там год назад приняли, до сих пор ведь нету методологии и вообще, в принципе, разработанной четкой внятой программы, как это работает. Да, работать должно. Более того, это еще мы нарываемся на нарушение кучи всяких там резолюций, конвенций, которые мы же сами подписали там с европейцами, с американцами. Поэтому, да, можно запрещать много чего, но как проконтролировать этот запрет? Да, закон не только строгость, да. Надо же еще и проверять его. Надо проверять, как он исполняется, да. На самом деле, конечно, да. Андрей Шпорт, директор холдинга «Медиа 9», был у нас в гостях. Я благодарю его за эфир, и Анна Лапшина с вами прощаюсь. Спасибо. До свидания.